До Международного дня борьбы с коррупцией остается пару дней. Аппарат уполномоченного по борьбе с коррупцией презентовали журналистам программу мероприятий, которые будут проведены во всех районах области. Среди них различные семинары по малому бизнесу, заседания и конференции. Главная цель – донести до населения о проблемах, которые существуют сегодня в данной сфере. На сегодняшний день проблема коррупции мешает и развитым, и не очень развитым странам, а в социально-экономическом развитии, вообще в развитии как социально-экономической политики, так и отношений гражданского общества с властью. То есть там, где коррупции меньше, значительно комфортнее живет население той страны. За предыдущие годы в Ульяновской области был проделан огромный объем работы по предотвращению коррупции. Например, создан молодежный инициативный антикоррупционный центр, а на базе Ульяновского педагогического университета работает кафедра правоохранительной деятельности и противодействия коррупции. Слаженная работа всех структур помогает региону оставаться лидером в организации антикоррупционной деятельности.